О том, что такое внебиржевая торговля, у администратора одного из игорных заведений, судя по всему, свои особые представления. Что у вас здесь происходит вообще в данном помещении? Внебиржевая торговля. Внебиржевая торговля? А как? Ну, опишите, пожалуйста, процесс, как он происходит. Выходит по ставкам КДР. Ну как, вот заходит сюда гражданин, да? Что дальше происходит? Весь процесс. Я ставлю деньги на счет, и человек играет в небиржевую торговлю. Играет в небиржевую торговлю? А в чем заключается игра, смысл игры? Не знаю. Единственное, что можно знать наверняка, дело это довольно прибыльное. А удивление понятых не поддельно. О, девушки понятые, можно вас сюда еще? Вот что-нибудь посмотреть. Крупная сумма денег. Ничего себе! А вот в официальной версии все происходящее звучит куда более серьезно. Как говорится, назовем вещи своими именами. Сотрудниками Главного управления МВД России по Саратовской области выявлена и пресечена деятельность преступной группы, организовавших на территории Саратовской области незаконную игорную деятельность. Кто-то из клиентов любил тратить свои кровно заработанные деньги в закрытом помещении, а кто-то из числа особо страждущих фанатов играл на улице, вооружившись специальным джойстиком. Вот так и доигрались. Возбужден ряд уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного пунктом А, части 2, статьи 171, прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту незаконной организации, проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, совершенных группами лиц по предварительному сговору на территории города Балаково. Денис Желтов, Анатолий Чернов, Вести, дежурная часть, Саратов.